Добрый день. Сегодня 21 апреля. Мы находимся в городе, в курортном городе Элате. Тут у нас есть недвижимость, которую мы продаем, и люди решили переехать к нам в город Хариш из Элата. Также мы продаем не только в Элате, у нас есть квартиры на продажу, как в Батьяме, в Хулоне, также и в Пардесхане, в городе Пардесхане. Это люди решили переехать в Хариш и позвонили нам в агентство, предложили нам продать их квартиры, чтобы мы продали, и они хотят купить у нас в Харише и переехать жить к нам в Хариш. Вот тут есть Бреха, это такой закрытый коттеджный маленький такой поселок, скажем так, закрытого типа, посередине города Элата. Знаете, вот такие коттеджи. Сейчас мы с вами посмотрим коттедж. Значит, вот мы заходим. Тут мы видим веранду. Большая веранда. Дальше мы заходим в квартиру. Вот это салон. Значит, тут есть выход на веранду. Также стоит кровать. Но если ее убрать, можно выходить также на веранду. Это вы видите кухня. Сейчас тут вы видите туалет, есть рядом с кухней. Это такой предбанничек. А вот тут свет включается, даже можно посмотреть опять же. То есть вот такая кухня. Есть кондиционер. Метраж такого коттеджа примерно 85 квадратных метров. Вот сейчас мы с вами поднимемся на второй этаж. Он двухэтажный. Значит, с левой стороны тут комната, спальня. Вот тут есть большая. Видите, даже есть место под большой шкаф. И выход на балкон. Тут еще есть балкон. Вот. Балкон такой маленький. Видите, опять же, бассейн. Дальше мы идем. Это у нас душевая комната. Вот душевая комната вместе с туалетом. Вот тут есть туалет. Дальше мы проходим еще одна комната. Спальня, то есть коттедж двухэтажный, трехкомнатный. Вот тут вы видите мазган, кондиционер. Значит, опять же, коттедж двухэтажный, трехкомнатный. И тут есть два выхода. Вот еще есть один выход. Таких коттеджей очень мало, где два выхода. Вот тут стиральная машина стоит и еще выход. Также можно тут есть, вот вы видите. Вот, то есть это можно даже сделать, как бы сдавать на посуточно этот коттедж, кто хочет, может сделать. Кого это заинтересовало, звоните нам, наш телефон 05353-26563, компания Экохаус. Добро пожаловать в город Элат. Звоните нам. Ставьте лайки, пальчик вверху. До свидания.